Здравствуйте, создатели сайтов. Я хочу с вами сыграть в игру. Я буду искать вас и находить каждый сайт, который вы создаете. Я буду проверять его и показывать народу. Вы не сможете заработать на этом. Вы не сможете заработать на доверчивости. Добрый вечер, с вами Майк Вазовский, и мы снова начинаем проверять кисовики. Недавно мне пришло приглашение в эту группу, но я не мог обойти стороной. Тут написано, что на ваш баланс, введя вот этот вот промокод, придет либо 50, либо 100 долларов. Я ввел этот промокод уже, как видите, у меня 100 долларов на счету, и мы начнем открывать кейсы, ребят. Ну, не буду затягивать, чтобы вы понимали, что это типичный лохотрон. Крутанем сразу кейс с ножом за 79 долларов. Так, ребятки, сейчас я буду кричать. О май гад, о май гад, о май гад. За 0 рублей я получу сейчас, не потратив ни копейки. Нет. Нож за 395 долларов. Ничего себе. Ну, блин, сайт дает. Конечно, осталось у меня еще 20 долларов. Сайт, тебе конец. Ты не вывезешь. Нельзя так просто брать и обманывать людей. Ну, это типично, я уже видел, точно такой же кисовик, ничего не изменилось, кто-то подхватил и решили, значит, они срубить бабла на людях, кто попадается. В основном это, наверное, школьники. 20 долларов у меня на счету. Откроем мы с вами что-нибудь тоже большое. Вот, давайте, H1Z1, нет, не хочу H1Z1. Доту тоже не хочу, давайте тогда крутить. Покрутим калаши. Давайте покрутим калаши. Нереально сейчас что-нибудь выбить. Наверное, скоростной зверь там. Или красная линия. Так, это мы закроем. Так, погнали, открываем. О май гад. О май гад. О май гад. Нет, красная линия. Как? 22 доллара. Я окупился. Давайте еще раз. Нет, 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 давай. Вулкан. О, гидропоника! Не может быть, 68 долларов. Ну, это просто нереально крутой кисовик для долбоебов, которые будут сюда вкладывать. Надо их загнобить сразу, репортим их группы и все остальное. Ну, это, конечно, да, 16, это уже не то. Еще раз открываем, остается у меня 2 доллара. И нет, 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 хотя бы одна синева, хотя бы одна синева. Нет. Скоростной зверь, как я и говорил. Нереально. Нереально крутой просто. Так, ладно. Что у нас еще за 2 доллара-то можно открыть? Я просто не хочу занимать ваше время. Вы наверняка уже понимаете, что это типичный лохотрон для школьников. Да, если ты школьник и смотришь меня, не вздумай открывать эти цели. Даже не вздумай. И депозитить сюда. Так, ладно, ребят, идем за 2 доллара у нас. У нас за 2 доллара нету ничего нормального. Ладно, посмотрим, что у нас тут в доте лежит. Dota Mystical. Что-нибудь сейчас выпадет долларов за 15-20, наверное. И... ребята, 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 нет, 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 только не... Нет, нет, не ху, вы чё, ху. Это более правдоподобно, значит. Забыл вас. И в итоге выпадает... Я даже не знаю, что это, блин. Блин, чё, он бесплатный?
смысле они ничего не стоят. Давайте переходим в MyDrop и попытаемся вывести. Аккуратно, ребята, когда вас приглашают в группы. Так, и выводим вот эту хрень. Ну, это должно... О! Ну! Да ладно. $10, типичная разводила. Даже не вздумайте, ребят, донатить сюда. Все и так понятно. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.